всем здорово. Вот, прибыли мы на выставку в Прокус. Сегодня 9 марта, вход свободный. Так что пойдем посмотрим новинки. С акриловым узлом будет намного легче справиться. То есть землечь его, им управлять и так далее. Это Джокер. Это Джокер, да. То есть, в принципе, для людей, кого кто начинает, все-таки мы советуем останавливаться на Джокере. Если уж кому приспичило акрил. Да, акрил. Вот, это просто разные расцветки. Да, цветовать, да, мы абсолютно все одинаково. Но это белолобый. Это белолобый гусь. А вы в Архангельской области, если не сидите, то вы едете? Не, я много охотился, я тоже охотился, но на болотах никогда на кусе нет. Знаменитая стерня, Юрий Иванович. Смотря где вы маскируетесь, либо вы прям на луку сидите зеленый, да? Сейчас пойдем. Участвуем в розыгрыше приза. Может, что-то выиграем. В 3 часа вроде обещали начаться розыгрыш. Вот он. Вот эти маленькие девочки достать. Она сейчас счастлива. Так. Шанс появляется у Бирюковой и В. Это я. Ну, наконец-то. Вот это мои. Ребят, не выиграли мы с вами компрессор, ничего не выиграли. Ладно, посмотрим дальше, что будет. Просто она дает возможности. То есть она вибрирует, а ты поднимаешь? Да, конечно. Но тогда она эффективно работает. Электроулочки. Они от солнечных, да, идут? Нет, это не солнечные батареи. Это светодиодные экраны, куда выводится вся информация по этой удочке. То есть на какой частоте она работает, в каком режиме она работает, глубиномер сюда строит, то есть на какой глубине мормышка находится. Температура окружающего воздуха можете посмотреть. То есть, ну, короче говоря, вся информация, которая вот вам нужна. Компьютер с собой.
Компьютер, да, мини-компьютер. На самом деле мини-компьютер. Потому что тут все принципы, вот, что есть в микрокомпьютере, они сюда занесены. А рыбу ловить память, когда? В смысле, когда? Тут все строено, рыбу когда ловить? Никто не отменял руку рыболова. Руку человеческую никто, ни один компьютер не заменит. Просто она дает возможности руки вашей увеличить. Эти частоты вы никогда рукой не сделаете. Удочки с магнитной осью, обратите внимание. Видите? То есть здесь нет оси, ось виртуальная. Вот мы поднимаем, видите, нет оси. Никаких винтов нет, ничего. Плавный прижим. Вот. Собачкой вы можете зафиксировать нужную вам глубину. То есть поворот собачки, вот он все фиксируется. Надо вам смотать, отпустить, вот она вот таким образом вот крутится. Резко заводится за боковую планочку. Видите, есть щель, вам не надо никуда там. Вы ее просто, не разрывая леску, ничего, можете поменять снасть. Вот дома намотали эти вот катушечки, вот, с кивочками. И меняете целиком леску, катушку и кивочек. Раз, вот, не разрывая ничего. Очень быстро делается, очень удобно. Цена комплекта от чего зависит? Цена комплекта вот у вас. Ну, в зависимости от того, что входит в комплект. Здесь вот, видите, здесь как бы удочки такие недешевые. Почему? Здесь откидная ножка. Вот, видите, стеклопластиковое все это. Вот. Катушечки. Они все идут ручной работой. Что-что? Ручная работа. Нет, это не ручная работа. Ну, нет, человек собирает, естественно, руками собирает. Потому что вот эти вещи, вот они машинным образом никак не сделаются. Вот. Сам корпус вот мы делаем на ЧПУ. Вот это все, вот, конечно, на ЧПУ производится. Вот. Но, естественно, так сказать, винтики, как и все остальное. Магнитная идет основа, да? Или вот нет? Это вот магнитная ось. Ага. Вот сюда наматывается леска, как обычно, которая проходит вот сюда вот. Раз. Вот все. Плавный прижим. И так как нету вот этой вот оси, нету штыря, поэтому леска за него не заходит. Не может зайти. Никакой ни бороды, ничего не совершенно получится. Верно. Подготовились дома, на рыбалку пришли, ловите рыбу, а не занимаете рыбу. Ерунда. Да. Перекрутки там и так далее. Багрянка сделана. Багрят у вас там? Ну, багрят, ну как, попадается тоже. Ну, багрят, да. Багрят. Ну, конечно, загоняют багрят. Этот конечно, багрят. Я конечно, знаю, что. Я видел на багрилки, значит, питерские. Нет, багрит не, багрит не багрит. Они стоят около 1800. Есть финские за 2500. Но еще ни одного мужика я вот в своей полосе, нарвавшись на алюминий нерест, он бы плюнул, значит, и ушел. Я вижу, когда начинают багрить балансированные, я говорю, мужики, на голову-то дружите, надо багрилку, возьмите нормально, профессионально. Хоть подцепился здесь, а багрите, согласен, да? Надо багрить по всем делам. Но вы элементарно можете убрать лепестки и поставить два мощных пучка, 5 секунд. И вы получаете великолепный багрилку. Да, сюда, да, просто... Крючки поставить, двойные муки. Все это походных условий. Все, если не надо, так, если не так вам хочется погреть, вот он все. Вот. То есть из безобидной мормышки маятникового типа вы великолепно имеете погреть. Ну, скажем. Ну что, ребята, вот закончилась выставка. Смотрели всякие новиночки. Выставка небольшая, как всегда здесь в Крокусе. Вот. Ну, в принципе, что заснял, показал. Что не заснял, не показал. Ладно, всем удачи, подписываемся. Все, пока.